Привет, привет, мои прекрасные друзья. Вот так с дачи мы приехали в деревню. Инжира поесть и побаловать. Ой, сколько инжира. Наелись. И побаловать наших канадских друзей, потому что они хоть и детство провели в Молдавии, но инжир в Молдавии не растет. Это только в Болгарии. Ну, у нас тут все заросло, посему уж довольствуйтесь инжиром. Друзья мои, я попробую показать еще горы, если получится. Луковец. И дальше горы. Вот что я люблю. Ну, мы, ребят, привезли на экскурсию. На экскурсию в горы. Ну, попали в дома. Попали в дома. А тут в огороде бузина. А у кого-то дядька в Киеве. Вот тут вот. Даже без календаря. Видите, шиповник. Ну и смокиня, да, конечно, да, гигантская. Основа шиповника. Да. Красота. Ну что, обнимаю шиповника. Чао-чао. Там у нас груша еще. О, красота. Чао-чао.